Вот туманность HFG-1. На мой взгляд, она вполне может напоминать летящий в пространстве кулак, вокруг которого уже образовалась ударная волна. Видите арку голубого цвета вокруг? HFG-1 – еще одна необычная планетарная туманность, бывшая тесная двойная пара с периодом обращения 14 часов. Один из компаньонов, который состарился раньше, сбросил оболочку, которая на какое-то время даже вобрала в себя второй компаньон. Первый же стал белым карликом с температурой поверхности до 60 тысяч градусов Цельсия. Но эта пара не стоит на месте, она летит с большой скоростью, десятки километров в секунду, через межзвездную среду, оставляя за собой шлейф из газа и сжимая газ спереди себя во фронте ударной волны. Динамика движения звезды позволяет не только делать такие удивительные фотографии, с ее помощью можно понять, когда и как умирала звезда. Длина хвоста в пространстве и скорость предательски подскажут возраст туманности – около 100 тысяч лет – и начальное положение звезды. Наблюдая подобные динамичные туманности, можно также судить о плотности и температуре материала межзвездной среды вокруг звезд. HFG-1 находится в Кассиопее, снимок сделан на 4-метровом телескопе обсерватории Кит Пик.